Здравствуйте. Сегодня я хочу вам рассказать о выборах в Украине, которых, в общем-то, не было. То, что я дала предсказание, что выборов не будет, это не значит, что не поставят урны и не будут туда пачечками складывать за Порошенко бюллетени. Это все, в общем-то, было. Очень много сейчас говорится о том, что действительно выборов не было. Я не буду вас как бы сильно докучать по этому поводу, только хочу сказать, что, понимаете, если бы даже за Порошенко не пришел ни один человек голосовать, его бы все равно выбрали. Так что выборов не было.